Территория детского сада «Капелька», что в совхозе имени Ленина, и без того зеленая. Здесь много деревьев, кустарников, цветов. Но, тем не менее, она стала одной из площадок акции «Лес Победы». Акция Московской области «Лес Победы», инициированная губернатором Московской области. На самом деле выбрана не только этот сад, просто сегодня, в сегодняшний день. Акция проходит по всему Ленинскому городскому округу. Вот, и во все учебные заведения высаживаются по заявкам те или иные растения. Представители администрации муниципалитета, депутаты и общественники сегодня высадили 25 кустов спиреи. Настроение отличное, несмотря на погоду. Дети в восторге. Это здорово, что мы сажали вместе с детьми. Не то, чтобы пойти отдельно, да, а дети выкапывали лунки, сажали цветы, растения и поливали. И было видно, какой восторг они от этого получили. Главными помощниками в посадке кустов стали, конечно же, воспитанники детского сада «Капелька». Ребят, ну вот расскажитесь, поделитесь впечатлениями. Нравится, не нравится сажать? Мне очень нравится. Почему именно? Расскажи. Потому что потом вырастут красивые деревья, кусты и цветы. А тебе нравится принимать сегодня участие в этом празднике? Лес Победы, сажаем кусты. Да. Почему? Расскажи. Потому что я очень люблю сажать кусты, деревья, и потом вырастет много цветов, и потом это можно все сдать маме. Вообще, как настроение? Хорошо. Ну, вот такое отличное у нас сегодня настроение. Хоть и погода не радует, зато мы делаем очень благое дело во благо экологии нашего Ленинского городского округа. Готово? Крепко держишь? Да. Это наш куст. Теперь? Поехали. В этом году в рамках акции «Лес Победы» в Ленинском городском округе всего было высажено более 6000 саженцев. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.